турбулентности. Ладно, давай. О, давай. Это я не вам. О, Господи! Я столько в жизни не успела! На Эверест не поднялась, детей не нарожала! Я, кажется, даже ни разу не влюблялась по-настоящему! Я даже не знаю, есть ли у меня дочка Джи! Ой, извините, я это сейчас вслух сказала? Да. Почему все в панике? К нам едет Джек Харпер. Здравствуй, Эмма. Добрый день, мистер Харпер. Помнишь про парня в самолете? Который знает все твои секреты? Как тесен мир. Рад вас видеть. Он оказался главным боссом компании. Я такого наговорила. Вот интересно.